У меня одна хорошая новость есть. Только что был на линии Владимир Кличко. Сейчас мы спросим, где он находится. Так, что у нас? Wi-Fi работает. Владимир Владимирович, здравствуйте. Доброе утро, доброго рада. Скажите, пожалуйста, где вы находитесь? А, я живу в городе. А что вы там делаете? Ну, готовлюсь к поединку. Мы открываем систему Wi-Fi в Киевском метрополитене. И сегодня... Ничего себе! Через систему... Я буквально недавно был. Ты недавно был? Почему-то не было. Когда я был, Wi-Fi еще не было. Две недели назад вы были в Киевском метрополитене, Wi-Fi не было. Теперь, пожалуйста, приезжайте, вы сможете пользоваться Wi-Fi, но точно так же разговаривать по системе Wi-Fi с друзьями, если будет необходимость. Так что очень рад с вами поговорить, Владимир Владимирович, с Флоридой далекой. Владимир Владимирович, спасибо большое, это значит, я управляю Wi-Fi в метрополитене. Теперь буду чаще пользоваться Wi-Fi на метрополитеном. Интернет работает, плюс мы измеряем сейчас скорость передачи сигнала. Начать проверку. Проверка скорости. Спидометр зашкаливает передачи данных. Я честно хочу сказать, такого скоростного интернета даже у меня ни дома, ни на работе нету. Так, теперь получение 11 мегабит в секунду. Передача 38 мегабит в секунду. Ну, я думаю, что даже заядлые пользователи интернета не смогут жаловаться на скорость передачи данных. Місто Київ є одним з 20 міст світу, де під землею в метрополітені працює інтернет. В цьому напрямку ми стаємо в ланку таких міст, як Лондон, Париж, Нью-Йорк, Сеул, тобто найсучасніших міст світу. Це початок, три станції зараз, Олімпійська, Льва Толстого та Майдан Незалежності, але в наступному році ми зробимо все для того, щоб всі станції метрополітену, 52 станції, не тільки станції, а також ескалатори і також в кожному вагоні метрополітену кияни могли, та гості столиці могли користуватись інтернетом. Також умова конкурсу була оснащення станції системою відеопостереження, яка буде зав'язана в смарт-сіті, що дає додаткові можливості сейфті, безпеки тих, хто користується метро. Ha ha ha.